Хороший способ отдохнуть и перезагрузиться в конце рабочего дня – заняться творчеством. Такую возможность предоставляет мастерская «Вероника» под руководством Веры Язевой. Для многодетных семей города Вера Николаевна проведет бесплатные мастер-классы в библиотеке имени Маяковского по различным техникам и направлениям. А каким именно, будет зависеть от запросов и пожеланий посетителей. Когда люди будут записываться и приходить, они будут рассказывать, что бы они хотели видеть, а мы уже посмотрим, что мы можем им дать. Там лично я или кто-то еще, другие художники из нашего клуба «Арт-позитив». И мы будем смотреть, чем мы можем их, так скажем, порадовать, чему научить. Потому что мы уже тоже несколько лет практикуем технику пуантилизм. У нас есть девушки, которые занимаются рукоделием в технике кинусайга. Вязание, акварель, пластилинография, папье-маше. Творчество по душе могут выбрать как дети, так и взрослые. Занятия проведут члены Саровского творческого клуба «Арт-позитив». Мастер-классы можно посетить на любой из двух площадок. По четвергам в 18.00 в главном здании библиотеки имени Маяковского на проспекте Мира и по пятницам в 17.30 в молодежном библиотечно-информационном центре на улице Московской. Я с детьми работаю уже очень много лет в технике пластилинографии, и очень виден результат, потому как развиваются у ребенка руки, пальцы, как он начинает правильно держать ручку при письме, как он начинает держать кисточку, которая уже не выпадает из его рук. Занятия пройдут на протяжении всего лета. Узнать подробную информацию или записаться на мастер-классы можно по телефону 8-908-766-96-76 без возрастных ограничений. Светлана Юрнова, Сергей Чекалин, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.